Привет, друзья! Ну вот, собственно, недолго музыка играла. Пришел час расставания с легендой. Но, слава богу, ненадолго, потому что это, как я уже говорил, вещь не эксклюзивная. Поэтому остается только задача по правильной цене, в правильном состоянии найти следующую пару. Скажу честно, знал бы, что это такое, как оно есть, только уже бы, наверное, три пары бы ехало сюда. А теперь, ну что, как есть. В общем, впечатления максимальные, эмоции зашкаливают. Видео решил снять, собственно, ничего не продаю, в плане эти уже проданы, все. Просто включал музыку ту, которую обычно слушаю, а сейчас решил включить, не знаю, это speed metal или heavy metal, что там. Ну, просто чтобы оценили люди, любители тяжелой музыки, как эти колонки справляются с таким стилем. Ну, разумеется, все мы понимаем, что это запись на телефон через YouTube, поэтому не нужно судить слишком строго, но понимание какое-то будет. Денончик усилитель скоро будет в продаже. Хороший товарищ, я очень люблю фирму Денон, и этот в частности неплох, но про него потом позже. Но хотелось бы сказать, что с Yamaha усилителем 2000-го типа, конечно, было бы поинтереснее, потому что Denon посерединке ярковат, а у Yamaha своей яркости через край, но при этом он по низу чуть-чуть мягковат. То есть, в принципе, у него объем, бас, все есть, но это все такое немножечко округлое. А у Yamaha все там по низу, будь здоров, оно как будто за динамик держит и туда-сюда его мотыляет. Вот. И, к сожалению, завтра заберу эту 2000-ю Yamaha, которая мне ехала и наконец приехала. Причем AX у меня был, кто смотрит мои объявления. Я продал его чуть раньше, чем приехали тысячные. А теперь, блин, продал тысячные чуть раньше, чем приехала 2000-я Yamaha. Ну, как есть, там будут 500-е машки, по крайней мере, конечно, не 1000, но что-то будет. В общем, поехали. А то много уже наболтал. Короче, буду возить еще, так что ждите, кому интересно, на заказ заказывайте. Надеюсь, нормально будет по громкости. For me.
несколько треков еще. Напоследок один включу. Я понимаю, что возможности микрофона ограничены. Не знаю, что вы там будете слышать. Там каша, не каша. Ну, короче, впечатления такие. Играет, ну, супер чисто. И вот это все мясо нижнее, оно нисколько не забивает ни тарелочки, ничего. То есть вот струна, если она дзынькает, так она просто вот... Впечатление, короче, как ты в космосе находишься, и вот просто звук есть, и он такой вот летает, как атомы, и они не перемешиваются, то есть вот это вот очень круто, то есть понятие каша, оно тут вообще просто такого нету. Сейчас еще последний сделаю, секундочку. Кто какие выводы может сделать, но я скажу, что вовлечение, конечно, сумасшедшее. Всем рекомендую хоть раз в жизни услышать подобный звук. Да, и коротко еще хотел сказать, если вам хотелось бы смотреть больше качественных роликов, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Конечно, ролики могут быть только о той технике, которая у меня едет, а не о той, которой нет и не предполагается. Ну, в общем, пишите в комментариях, что бы вы хотели, если я в силах что-то буду изменить, чтобы вам было интереснее, с удовольствием это сделаю. Всем спасибо!